Здравствуйте, дорогие друзья! Только получили долгожданные ручки карповые от компании CarPro, называется Torus. Легендарные ручки, которые всем нравятся, из качественного дорогого карбона. При этом они штекерные и имеют две длины. То есть это 290 сантиметров и 360 сантиметров. Значит, я заранее измерил реальные длины, общий вес и так далее. То есть, смотрите, если мы собираем два колена вот таким образом, мы получаем, соответственно, 290 сантиметров. Вес такой рукояти будет 240 грамм. На полной вытяжке, да, на 360, мы получаем 410 грамм. Два колена снабжены еврорезьбой. Втулки усилены, качественно проклеены и, скажем так, даже очень симпатично смотрится. Ну, конечно, не как ювелирные изделия, но качество очень хорошее, никаких потеков лака. Видно, что все сделано очень надежно, мощно, долговечно. Значит, каждое, соответственно, коленце можно использовать как комлевое, то есть за него держаться, не переживая, что оно сломается. Естественно, не нужно карпа там или крупную рыбу таскать вверх краном, да, вы поднимаете чуть и назад откатываете подсачник и уже забираете. Здесь вот идет усиление в этих местах, и оно даже вот на ощупь прощупывается, что дополнительные обмотки. Ну, в общем-то, рукоять очень надежная, и действительно, я понимаю, почему она нравится людям. По поводу диаметра кто-то спрашивает, я поэтому на всякий случай, вот кому это нужно, измеряю. То есть, вместе хвата вот это одно коленце, это 23 миллиметра, 27 миллиметров на втором колене, если вы будете и длину использовать, да, и 30 это на полной вытяжки. Соответственно, хоть и написано здесь 290-360 длина, да, но вы точно так же можете короткое использовать колено. Вот это самое маленькое, навернув сюда голову. Допустим, если вы ловите там условно на спиннинг с лодки, там щуку и так далее, можно, вам не нужна большая длина, и сразу из-под лодки вы можете забрать рыбу. У меня к вам огромная просьба, пожалуйста, нажмите пальчик вверх под видео и кнопочку подписаться тоже под видео, кто еще не подписан, вам это ничего не стоит, для меня это большой плюс. Всего вам доброго и до новых встреч!